Sony Computer Entertainment представляет Japan Studio. Треугольник, круг, крестик и квадрат. From Software. Эй, йо, всем привет, с вами Андрей Хавер. Мы сегодня играем в игру Bloodborne, где пытаемся запутать босса в могилах. Подписывайтесь, ставьте колокольчик обязательно. Скоро! Коллаборация с Эви и Кеем. Do you have any idea how fast I am? Ах ты ж сука, Ямамура, блять! Для этого игра и создана. Нужно не дать этой игре получить то, что она хочет. И этот Миядзаки тоже, в том числе. Нужно проще спокойно, методично отпустить ситуацию, не ругаться матом абсолютно желательно. Просто изучать вопрос и смотреть, что произойдет. Все. A few moments later. Мне все шло по маслу, пока я не стал тильтовать. Мне нужно успокоиться. И совершенно, совершенно спокойно, аккуратненько. Мне нужно теперь... методично. Блять, я не верю, нахуй! Я просто в это, блять, не верю! Пиздец, пиздец, ну как это, задоджить? На, нахуй тебе, блять. По хребтине, сука ебаная старая. Да иди ты в пизду, блять. Пошел нахуй. Бля, я пошел нахуй тут. О, блядь! Это он сказал, ну, блять! Ой, блядь, пиздец какой-то. Аж голова заболела. Итак, внимание. Благодарю за внимание. А-а-а, боитесь? Еще бы! Сила хлыста! Кого озвучил? Это я озвучил курьера. Он приходит и такой: вот, пожалуйста, ваш заказ. Я говорю: вам спасибо большое, у вас такой приятный голос дикторский. Он такой: правда, что ли? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да я, знаете, я курьер для души, а так я актер озвучки. Я говорю: да, правда, что озвучивали. А он такой: а тебе это ебать не должно. Большие города! Нихуя себе, блядь! Я въебал, блядь! Эй, ты как? Не работает. Работает? Я. А надо просто встать под определенным углом. Миядзаки. Один на один на СФ-ах. А, устройство не работает. Ударить ее? Ебанитель. Но это надо красиво сделать. А, нет! Блять. Так вот. Спасибо, Клим Саныч. Старались. Вообще-то говоря, потраченного времени. Да. Пятикратно переваренный кал. Да. Да. Ну, здравы будьте, бояре, низкий поклон вам. Привечать вас в своих хоромах буду. Тут у нас, значится, смута играется. Яблочный шурли заморский пьется. Все такое. Вот
тоже это самое. Не будь, как говорится, ляхой, ёбаной, подписывайся, фоловься. Всем привет, это Юра Милославский. И сегодня мы будем делать квесты. У меня 3000 образов. Мы будем ловить кого, спросите вы, кого еще раз? Ляхов! Мы будем пытаться поймать ляхов. Ну что ж, давайте пытаться ловить их. Прямо сейчас, в прямом эфире, Милославский ТВ. Блять, ебаный пиздец. Ай! Ой! Ой! Ай! Сука! Коленкой ударился, когда падал после удара булавой нахуй 9 раз в голову. Пиздец, больно сильно очень. Если он про тебя князю Пожарскому слово замолвит, да я при случае вставлю. Будешь в скорости у князя ближнего. Большая у нас. Да я при случае вставлю. Что делать, делать, а не только деньги до вотчины клянчить. Что это, если не гей-драма? Ты сможешь за меня... Сказал же, времени у меня пока в достатке. Это пока, поверь. Как станешь ближником у князя Пожарского, вздохнуть лишний раз времени не будет. Он сам неугомонный и у других праздности не терпит. И вот сегодня меня чудом только дома застал. Да какого хуя? Дорогами. Походе, это дело привычное. Что ты делаешь? Посмотрим, посмотрим, как ты через неделю взвоешь. Порадовал меня Семен. Дай бог, еще увидимся. Дай бог, блядь. Из Милославских. Это про тебя мне Голчин на медне писал. Голчин писал, что ты на саблях драться ловок. Фехтовать умею, но вот насколько умело, не скажу. Давай-ка испытаем, кто чего стоит. Видно, руки у тебя по сабле соскучились. Есть такое. Сам один я каждый день тренируюсь, а вот чтобы с другими давно уже не получалось. Давай позвеним саблями, поглядим, чья возьмет. Лагерь он. Помогает войско. Лагерь он. Но мне а так похуй, чел. Я реально вообще похуй. Мне и на немцев было похуй. Я решил просто, что они тебя убьют нахуй, ты не вернешься. Мне еще чел, мне... Чел, мне поебать и на Пожарского. Хоть я это и я есть Пожарский, блядь. И на Минина вообще просто похуй. Вообще похую. Знаешь, какая задача была? Сидит сценарист диалогов. Ему говорят: слушай, нам нужно игру сделать реально большую, чтобы ее проходили люди, блядь, 40 часов. Ты можешь так разворачивать каждый диалог, словно ты вот в университете учишься, ты нихуя не знаешь темы, можешь ответить только одно предложение, но тебе его нужно в 3 листах А4, блядь, расписать и с умным видом подать. И чтобы еще препод нихуя не понял, что его вокруг пальца крутит. Да, хорошо. Ну, если хорошо, то хорошо будет. Но если плохо, то тогда не очень. Ну, что сказать. Нам тогда попутного ветра, так сказать. Потому что если ветер будет противоположный, так идти будем медленней. А коль идем медленнее, Юрий Дмитриевич, так и до цели мы доберемся позже. А коль позднее до цели доберемся, то худо нам будет. Ведь нам-то надо скоростью брать. Ну да, верно говоришь, блядь, Минин. Что сказать? Голова-то, конечно, и красивый. И борода у тебя черна, не седа, хотя лет тебе много. Но годов-то мне уж и немало, Юрий Дмитриевич, блядь. Просто пиздец. Они сами, они, мне кажется, сделали эту игру. Сидят сейчас, реально, смотрят стрим. По-любому кто-то, блядь, из них смотрит. И просто ржет нахуй. Потому что так оно, сука, и было. О, ноу, I am not попадать в медведь. Ёбаный, хорошо, что он там застрял, нахуй. Проводи, помоги нам, мы застряли. Помоги, нет. Будь осторожен, Фродо. Ёбаный пиздец, они запутались друг в друге. Какой кошмар. О, пюте. Давай, родной, давай, двигайся, блядь.
Бокай, бокай, блядь, давай, двигайся, сынулечка, блядь. Девушка. Блядь, я в ловушке, нахуй. Ёбаный рот. Пиздец, О, нет, меня спимав. Ёбаная пизда, да что такое? Заворовали демоны. Кстати говоря, про казаков можно почитать. Между прочим, мои предки, дед, прадед, вот это все, кубанские казаки. Это кровь моя нахуй. Давайте читать. Казаками в 17 веке называли достаточно широкую прослойку вольных людей, промышлявших военной службой и разбоем. Потом почитаем. Как тебе игра? Ой. Точно. Боже, крыса. Сука, какой понос. Самое ебаный это место. Смута. Я не могу. Просто да, пиздец. Это просто высер нахуй. Будет. Я просто не могу больше терпеть это. Какая хуета просто. О, боже. Век искать будешь, не найдешь, а? Если найдешь... И все? Вы понимаете, как игра строится? Ты идешь, терпишь душнейший, уебанский, просто высосанный из жопы диалог, ждешь, идешь ночи в этой, блядь, сторожке, убиваешь двух мобов, возвращаешься в эту сторожку, ждешь дня, идешь и говоришь челу, с которым был душнейший диалог, что ты убил двух челов, и он такой говорит, ну, блядь, прикольно, ну, давай дальше иди. И так бесконечно нахуй, 40 часов геймплея. Если есть хоть один человек, кому это понравится, и кто посчитает, что да, круто, в смуте прикольно это все придумали, я, блядь, даже не знаю. Угу, понял, Лёша, мы тебя услышали. Прикольно. Угу, Сергей Русских, Евгений Русак, ну, русская игра, как иначе могло бы быть, правильно? Я русский, я иду до конца. Я русский, моя кровь это вся. Я русский, и мне повезло. Я русский, всем немцам назло. Дедо, ну? Чего тебе надо, малец? Ты обращаешься к имперскому офицеру. Прояви уважение. Пошел нахуй! Знаешь, что мы тебя за это можем повесить? Да не почем. Не так сказать. Они ничего не говорили про императора? Да то, что он никчемная тварь. Это не привлекло твое внимание? Нет. Я и без них это знал. Блять. А он несколько дней назад он ускакал. По крайней мере, такая молва. Куда он ускакал? А я ебу, что ли? Его последователи хотя бы назвали его имя. Конечно. И, конечно же, ты не помнишь. Что старческая память. Что-то в этом роде. Что ты несешь, малец? Я не юродивый. Его зовут... Ну как? Яков Петровский. Как они могут? Неужели? Наконец-то что-то полезное. Спасибо, дедуль. Рад служить, ваше благородие. Еще что-нибудь изволите? Нет, я думаю, это все. Хорошо. Тогда пиздуйте нахуй с моего двора. Ее глаза, как и были, синие, как небо чистое. Но лицо ее теперь, как у молодой девицы. И ее груди. Когда-то старые, висячие, теперь они большие и пышные. Это ты на ее грудь смотрел, старый кобель. Ты что, тупая баба? Она меня приворожила. Я богобоязненный человек, ваше благородие. Но она меня настроила на злые думы. Признаю. Тебя и всех остальных мужиков в деревне.
Носки от Хайвера. Забудьте о неприятном запахе и мозолях. Носите их каждый день и занимайтесь спортом. Специальная турмалиновая нить улучшает кровообращение, а антибактериальное покрытие сохраняет свежесть ног надолго. А вот что предлагает Маша Глаша. Кастомизированные кроссовки. Нарисуйте свой уникальный дизайн и выберите из предложенных. Каждая пара обуви будет подписана Машей Глашей, что сделает ее еще более ценной. Закажите сейчас и получите бесплатную пару носков от Хайвера. Закрыть дор. А, чё? Блядь, ты отняла воду! Она спиздила Шорли! Ебать, Маш! Стой. А у тебя как дела? Нормально, готов вот... Бля, извини, пожалуйста, а ты кто? Просто, проведите правильно, просто режим стримера, у него ник первое М, а потом точки. Ты кто такой, нахуй, блядь, цинули, ебаная, блядь. Ты по аватарке, ну, непонятно разве? Ну, я вижу, человек уважаемый. Блядь. О, нет. I can't walk here, please help me. I'm in trouble, I'm stuck, I can't walk here. I can't walk everywhere here. Please help me. Алина Рин, help me, Алина Рин. Блять. Ладно. Чат, но я ведь намного лучше, чем этот стример. Я хотя бы не ухожу срать каждые 5 минут. Давайте свергнем этого лоха. Major fracture detected. Так, ребята, аккуратнее. Аккуратнее. Нян, походу, нихуя. Хотя... Лот забирает Хайвер! Легко! Адрес вы знаете. Все, до свидания, кидаем рейд на кого там у нас, что там, кто? Хайвер, привет, можешь попросить, пожалуйста, моего мужа Сережу проснуться. Ты у нас на телеке, и тебя он точно услышит. Понял. Сергей, просыпаемся. Сергей, не томи, пожалуйста, нам еще стрим смотреть 24-часовой. Сергей, мне похуй, что суббота. Сергей. Даже сын бездомной дедиши, блядь, смотрит. Серега! Wake up! Серега, давай быстрее, wake up! Помнишь такую песню? Танкян пел. Спасибо большое, Гнумкина, за 100 рублей. Я понял, откуда берутся эти люди, которые просто... Вот у нас тут рыба там всякая, блядь, анчоусы соленые, сухарики там, вот это вот сыр, косичка. Тут пиво. И тут где-то вот так вот мышка с клавиатурой и до того так играется. Я такой подумал, ебать, я теперь знаю, где вы беретесь, тиммейты мои. Теперь понятно. Привет, с вами Андрей Хайвер. Мы сегодня играем в игру Bloodborne. И Мамура, блядь. Нужно не дать этой игре получить то, что она хочет. На! Я просто в это, блядь, не верю! Итак, внимание. Тебе это ебать не надо. Большие города. Exactly. Один на один на высоте. Блять. Спасибо, блядь. Старались. Ну, здравы будьте, бояре. Низкий поклон вам. Всем привет, это Юра Милославский.
коленкой ударился, когда падал после удара булавой нахуй 9 раз в голову. Да я при случае их вставлю. Посмотрим, посмотрим, как ты через неделю взглянешь. Вообще просто похуй. Ну если хорошо, то хорошо будет, но если плохо, то тогда не очень. Давай, двигайся, блядь. Бокой, бокой, блядь, давай, двигайся, сынулечка, блядь. Пиздец, О, нет, меня спимав. Вольф Майенберг, давайте тебя. Ты игра. Ой. Боже, сука, какой понос ебаный это смута. Я не могу, просто пиздец. Ну, блядь, прикольно. Ну, давай дальше иди. Сергей Русский, Евгений Русак. Ну, русская игра. Так, правильно? Я русский, я иду до конца. Знаешь, что будет тебя за это? Нет, я и пиздец не знал. Так а пиздушки, нахуй, его пора. Ты что, тупая баба? Она меня приворожила. Носки от Хайвера. Забудьте о неприятном запахе и мозоли. Блядь, ты отлила воду! Она спиздила Шорли! Ебать, ма! Бля, извини, пожалуйста, а ты кто? Алинарин, терпи, Алинарин. Wake up! Серега, давай быстрее, wake up! Мы нужно такую песню. Я теперь знаю, где вы берете стимейты мои. Теперь понятно. Успели?